Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ну что, 3000 кубков сегодня я намерен взять. Но сначала откроем бесплатно ящик. Магнит, прыжки. Так, здесь у нас сундук. Результаты. Мы проиграли, но почему-то в то же время мы проиграли, но зато веселые. Весело проиграли, скажем так. Ага, забрали. Чат почему-то, ребят, не прогружается. А вот, прогрузился. Всем привет. Всем привет, скажи в ответ. Всем привет. Так, ребята, и погнали. 3000 кубков. Первый поединок, я думаю, быстро мы сейчас все это дело сделаем. Надо будет только поменять водителя. И возьму я, ну пускай будет вот такая вот девушка в каске. Строительница, не строительница, я не знаю, что она там из себя представляет. Блин, я уже давно не играл в ХКР, я уже даже, если честно, отвык маленечко, ребят. Я объяснял, да? Надеюсь, многие слышали, почему я не мог... Не было меня в игре, и долго я не играл. Я не мог, ребят, в нее зайти. То есть я в игру заходил, но у меня не было режима соревновательного. У меня было только лишь играть в простую игру. То есть в самое начальное. Ну, кататься для себя, в одно лицо. Без напарников, без соперников, без всего. Вот. И это длилось почти месяц, друзья мои. Только вот сегодня я смог зайти после того, как у нас закончился месяц. Еще раз всех, ребята, с праздником, с 1 мая. Вот. Тут и 9 мая, как говорится, не за горами. В общем, я не мог зайти в игру, из-за этого меня долго и не было в ней. Так что не думайте, что я там забросил ее или что-нибудь в этом роде. Нет, ничего не забрасывал. Просто вот так вот. Ау! Ну, фигня, ребят. Пускай лучше так, чем бы я бы сейчас действительно перевернулся бы. Вот это я не зателиво, да, ребята? Так, посмотрим. Ну, заберу я хотя бы второе место-то. Да, забрал. И все виной эти, ребята, домики прибрежные. Бунгало. Вот и везет ему на крылья, гаденыш, а? А мне по этим бурьянам тут, понимаешь, кружить. Ну, давай посмотрим. Ну, зачем вот так вот высоко-то подлетать? Ну, твою-то налево, ну. Ну, опять там каким-то я приду. Третьим даже, да? Да. Да, если бы я тут на баге был бы, ребята, ничего бы ровным счетом не поменялось бы. Так что если кто-то там думает, что что-то было бы лучше, нет, лучше бы ничего не было бы. Вот тут, конечно, хорошо, что у меня получилось. Вау. Ну, первое место ничего не решает, ребята. 6 баллов у меня и, наверное, будет... Первым! Вау! Глубоководное погружение. Давай, радость моя, поехали. Давно-давно не было у нас водички. Я, можно даже сказать, заскучал по нашей водичке-водочке. Так, подожди, мне кажется, что здесь, да, труба будет. Труба дела. Куда же ты так? Ну, Рэйчик, ну... Ай. Вот мы жестим, да? Тут одна гонка, судя по всему, друзья мои. Есть опупенный шанс. Если, конечно, не лопухнусь и не разовьюсь, а я могу. И все это знают. Такой, знаешь, на фарте, ребят, прохожу, если честно. Не надо, не надо, не надо, не надо. Едь, 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 едь. Просто фартануло. Причем враги где-то там позади, очень далеко были от меня. Кубок аллигатора.
Да, Кубок Аллигатора тоже. Давно, ребят, здесь не был. Опа, чувак там нормально так наяривает, да, сальтоны? Шурик. Шурочка. Жмурочка. Да ладно, ты смотри, а. На какой-то хромой кобыле там получилось. Ну, это, ребят, так, это мимолетное везение. Я тебе так скажу. У него просто было. Просто мимолетное везение. Нет. Да ты будешь у меня сегодня ехать-то или нет, а? Хе-хе-хе-хей! The best from West, ребят. Пока он там по крокодилам щеголял, мы с тобой под ними прощеголяли. Как говорится, на одном дыхании. Так. Давай, родной. Шпарь. Да, блин, так корыто еще ко мне тут прицепилось. Сидушка или как ее звать? Все, ребят, все, первое место. Как с куста. Так, давай-ка я здесь заберу награду нашу. Арматура, прыжки. Так, проедь 2000 метров в лесу, сделай 5 поворотов. Открываем сундук. Так, управление в воздухе, амортизаторы прыжков. Здесь... зимние шины, ускоритель флаг. И последнее. Крылья, стартовый ускоритель. Все, грязные ралли. Ребята, грязные ралли. Я, может быть... грязные ралли. Попробуем. Главное, чтобы я не погорячился, ребят. Маслкар там лезет, да? Ё-моё, офигенно. Ну ладно, первое место взял. Но Muscle Car просто, ребята, просто не отставал от меня, если честно. Не давал мне, так сказать, шансов здесь. Воу, ребят, я просто не справился с управлением здесь, к сожалению. Да что ты будешь делать-то? Твою-то налево. Блин, ладно. Первое место, по-моему. А, тут еще одна гонка. Ну, пока в данный момент я иду, ребят, первым. По статистике смотреть. Сейчас мы посмотрим, к чему все это приведет. Ну сфигали! Да чё с... пипец, ребят! Ну это дебилизм! Просто дебилизм сейчас был! Чё он вытворять начал? Блин, перед финишем встал на колесо и сидит там обосравшийся. Просто бесявое дерьмо, а! Бля, слов у меня нету, а! Просто у меня нет слов, что он там начал. Просто на финише взял и ни в какую никуда не едет. Ни туда, ни сюда. На колесе, на заднем. Все. То есть, газанешь, перевернешься, притормозишь тоже, блин. И стоит в подвешенном, блин, состоянии. Идиота кусок, блин. Я офигею. Хотел, блин, как лучше. Сделал, блин, как лучше. Когда за рулем, ага, это не езда, понимаешь? Вот что я тебе скажу. Еле едет, ёпырасэте. Что тут, блин, с тачкой с моей сделали? Я не понимаю, ребят. Она не дает никакого мне ускорения. Просто никакого. Идет как... как будто у нее там аккумуляторы, знаешь, уже сели, блин. На последнем издыхании. Трасса Билла.
Поехали, попробуем здесь на нашем суперкаре проехаться. А сзади еще один, да, суперкар. Черненький. Чего? Парень, пошел в ванус, а? На своих там попрыгульках и крылышках. Летит он там, авиатор фигов. Он опять за свое, да? Нормально, чувак. Пацан к успеху шел. Не фартануло, не дошел. Так и надо этому щеглазарому. Вперед папы лезет еще. Я тут втроем... Я один против троих с одного клана, что ли, я не понимаю? Или мне это кажется просто так? Ты посмотри, этот ущербный опять едет сзади, а? Блин, хотел подзадеть, да не получилось. Смотри. Оп! Пролетел чувак мимо. Ого, смотри какой. Смотри какой, ребят, сундук. 96, я таких раньше не видел. Так, магнит, амортизаторы, ускоритель фляг. Что-то я не помню такого сундука. Сутки будет открываться, офигеть, сутки. Так, где мои... Так, маслкар, кстати, я тебе хотел же прокачивать дальше. Угу. Погнали. Там что, трактор что ли? Точно там, ребята, кто-то на тракторе. Трактор с монетным ускорителем. Фига у него трактор. Тракторист, далеко. Далеко ли ты там улетел-то? Смотри. Он еще вторым приехал. Да. Я удивлен. Так, тут Мика формула, да? Что-то он там немножко хромолю-то поймал. Не получилось у него немножко фокус, который он там, видимо, хотел прокрутить. Хотя, насколько помню, формула, она довольно плавно обходит вот эти все препятствия, кочки там и тому подобное. Стоямба. Ну, здесь, конечно, ребят, сам виноват. Немножко сглупил. Но это не критично. Я надеюсь, что это не критично. Смотри, а, что этот трактор делает. Трактор, ребят, сходит с ума там, по ходу дела. Отлично. Прыгать там, резвиться вовсю, как маленький ребенок. Ну, у нас кубок езды по ухабам. Само собой, только на раллийном авто я буду эти ухабы брать. Давай. Еее. Храмуля, давай, нашпаривай, наяривай, гитара семиструнная, все. Босс-отсос там еще у нас какой-то, вон он, немец. Немец, фраер. Шмыгаль. Ну вот, началось, ребята, вот это вот. Попал, блин, в крутое пике, блин, или как это назвать-то? Водоворот, блин. В турбулентность, скажем так. Но выкрутил, слава богу, первый. Пережал кнопочку, ребята, пережал кнопочку. Ёпперсоте. Да как же так, Совсем уже с ума сходим, ёпма. С этой игрой скоро бзик. Чиканусь с ней. Вроде долго не играл, можно было бы, как говорится, отдохнуть. Этот, но стоит только пару партий сыграть, все, так вообще, как будто я из нее не выходил. Ну что, ты готова, мадемуазель?
Фу-фу. Да, мадам Фу-фу. Так, там маслкар, блин. Их там... Нет, не два. Один маслкар и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну вот это-то, ну вот это вот. Да. Да какой лофул, ты чё? Лофуил, понимаешь ли. А я, знаешь, что сейчас скажу? Я первым пришел. Очень интересно. Как у меня так получилось, даже сам не знаю, ребят. Ну, что там? Мистический кубок. Ну, мистический кубок, опять же, на раллийном авто. Четыре уровня, да? Четыре этапа здесь. Выскочка на этих едет. И все, ребят, как один. Все, блин, идут. Ох, там чувака распетрушил, ребят. Просто от души душевно в душу. И душу, и по душе. Нормально. Нормалек, я тебе скажу. Это прям the best. Давай, байкер, еще. Еще разок. Молодец, красавчик. Обожаю, когда ты так делаешь. Вот этот хмыреныш меня немножко напрягает. Так, здесь сбросим скорость, чтобы нам... Вот так вот. Прекрасно. Прекрасная далека, не будь ко мне жестокая, да? Джон Чина? Да, конечно, Джон Чина. Тебе до Джона Чина, знаешь как, я бы тебе сказал бы. Как до Китая раком, ё-моё. Будешь ущербным у нас, а не Джон Чина. Я же говорил. Ну, бло-бабло. Носки в трусы. Трико на голову надел и бегает тут. Джон Чина, блин, ага. Он хоть знает, кто такой Джон Чина-то, ё-моё. Или так написал наобум. Что понравилось, что услышал где-то там, сидя на толчке. Ну все, ребят, первое место мое. Так, мы еще... Угу, уже получили сундучок. Крылья и стартовый ускоритель. А мне осталось тут совсем... Так, что там у нас за трасса? Темные дороги. Ну, темные дороги тоже нам, ребят, лучше на раллийном авто проходить. Но то не темные дороги, потому что такие вот... Заковыристый, скажем так. Нормалек. Нормуль. Нормуль, храмуль. Там Морлов. Ну, Морлова трогать не будем, Морлов это наш. А все остальные худи недобитые. Носки попандопольские. Позывной попандопола, да? Штопанный носок. Давай. Крис там какой-то непонятный. Трафаретчик, можно его так назвать. Погнали. Все. Зипкин какой-то. Зипкинган. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ж ты, Рейчик, ну что ж ты так-то, а? Что ж ты так неаккуратно-то, парнишка? Давай. Так, ладно, Морлова, я уже сказал, ребят, можно пожалеть, но все равно его обогнал. На самом финише. Прекрасное далекое мы сделал. Болотистый кубок. А что если я болотистый кубок пойду и вот назло седу на свою старенькую супердизелек? Да, и я не один такой, ребята. Так, давай понизим, по низинкам. Так, а у него, я понял, думаю, что там не то.
Мне вот, да, действительно бы крылышки бы, и было бы, наверное, ништяк. Да, было бы, наверное, ништяк. Ладно, посмотрим, что там. Так, потом еще. Блин, горел я. Ну что, ты хочешь сказать, что он только за счет этих вшивых своих крыльев, что ли, берет, а? Нет. Тут я, извините, ребята, поддал газку, и все было ништяк. Он начинает, ребят, набирать этот прыжок свой дебильный. Ой, а я наверх. И у меня, кстати, получилось очень даже хорошо. Я бы даже сказал, the best-овски. Ну вот. Папа рулит. Гран-при каньон. Ну это понятно, ребят. Гран-при каньон я пойду, наверное, попробую прокатиться. Вот на чем. Ой. Да куда ты? Давай, отлично. Красавчик. Нормально получилось, ребят. Прям высший сорт. Так, давай здесь аккуратненько. Аккуратнейшим образом. Так, тут тоже аккуратненько, потому что потолок можно табло себе немножко размозжить. А мы ведь этого не хотим. Я лично нет. Не надо мне тут пугать своим горючим. Хотя, да, было. Было очень, ребята, страхово. А этот у нас супердизель на попрыгульках. Оказывается-то. Понимаешь? Ой! А я что-то как-то... Что-то я не ожидал каких-то тут преград, давай-ка по чесноку скажем. Да иди ты в пень, парниша. Ты еще не дорос, чтобы рядом даже ехать со мной. Прекрасно все. Все, ребят, прекрасно. Ну что, весенний город, день чудесный. И рейчик возьмет, наверное. Блин, нам бы действительно прокачать бы еще фуру эту. Давай на фуре прокатимся. Ну, а почему бы и нет? Да, я знаю, ребята, она не прокачанная, но... Вертушка. Ватрушка, вертушка. Слушай, она так плавно идет. Ну, я имею в виду фура. Как будто это не тягач какой-то, а одуванчик, ё-моё. Просто так мягонько. Непривычно даже, если честно. Просто. И, кстати, очень быстро набирает скорость, ребят. А вот это вот, не надо. Она очень хорошо подлетает. Как... Девочка, ты каску потеряла. А ей по барабану. Когда она сидит в такой фуре, какая там нафиг каска, да? Даром ей не нужна. Тихо. Все-таки нужна была каска. Все-таки каска была нужна. Честно говоря, неожиданно. Не ожидал я такого эффекта, ребят. Что мы сможем разбиться. Я думал, я впишусь туда вниз в поворот. Но, видишь, нифига не вышло. Не фартануло, не срослось. Пацан к успеху шел, да? Эть! Обогнал я его все-таки. Пока он там
Пока он там свои кургали наяривал, мы его, ребят, просто подрезали чуть-чуть. Слегонцушечки, я тебе так скажу. Ага. Не, что бы ты ни говорил мне, конечно, она идет вообще замечательно. Эта фура. Ой! А что? Вот сейчас вот непонятна была, ребята, штука. У меня и крыши уже нету над головой-то. Так, 8 баллов, я первый. Вообще шикардос. А вот, ребята, и 3000 кубков. Слушай, довольно быстро и мило мы как-то сегодня проехали на одном дыхании. Так, привет, многоуважаемый Рэй. Как делишки? Делишки. Норм. Вот. Только получилось зайти. Вот так вот. Так, ну что, ребята, в приключении, что такое небесная скала? Что еще за небесная скала? Возьмем байк. А, это луна. Это у нас луна. Фига там баги наяривает. Рей на баги. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты не вздумай сейчас на голову мне упасть только. Это что за выкрут... Это что? Ну это, ребята, просто подстава из подстав, которых... которых я даже ни разу такого не было. Молодец, клан Самина, не забудь играть. Да, точно. Так, ну что, поехали, ребят, командные соревнования, вперед, как говорится, из песней. Поехали, на Луне начнем с фуры. Почему-то я против Ника какого-то. Только я и Ник, и космос. А вот и финиш. Нормально. Трасса, кстати, простенькая была. Не приобретено. А почему я опять-то один? Тоже отлично. Штраф за превышение времени. Какой еще штраф за превышение времени? Вы что там, свистунка-то мне затравляет? Эй, халабуды несчастные. Штраф они мне за превышение времени. Что-то мне вот это не нравится. Ну, если бы я знал, что здесь так, я бы, наверное, взял бы все-таки спортивную тачку. Хотя нет, спортивная тачка тоже. Да чего? Странно как-то немножко все. Давай попробуем так сделать. Не, в космосе на байке на этом. Не, друзья, это что-то как-то... Что-то как-то вообще плохо. Ну ладно, я занял свое почетное, блин, место. Так, здесь я возьму, наверное, фуру. Попробуй здесь на фуре.
Но она хорошо идет. Я думаю, если ее прокачать по фуке, она будет очень себя даже неплохо чувствовать. Хотя трасса, опять же, легкая, можно было, ребята, взять что-нибудь типа проще. Ой! Ну тут я тупанул тупее всех, я не знаю, ребят. Ай, господи. Поехали. Чё ж поделаешь, да? А тут, наоборот, в плюс пошел. Предыдущий рекорд столько-то. И даже никуда не это... Не изменился, ребят. Так, ладно, я спать, спокойной ночи, удачи. Удачи. Так, ребят, ну и я, наверное, пойду... Ну, не спать, а пойду это... Буду завершать сегодняшнюю игру. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.